Я жена для мужчин, меня встречаюсь. Я не встречаю жена для мужчин, мы так похожи на пара. Я на серьезное отношение. За штампу, паспорт. Я тоже люблю штампу, папа. Я так обожаю штампу, господи. Ну где солнышко? Почему весна не наступает? Я уже на работе. У меня сегодня и ТЭТ, и шоу, и много-много-много еще интересных дел. Желаю всем хорошего настроения, прекрасной недели, чтобы у вас все получилось. Я вас люблю. Ну что, я с одной работы еду на другую работу. Писали теты уже. На улице холодно, так что одевайтесь теплее. Так приятно. Готовишься выйти в кадр, играет твоя песня. Интересно, Влад Кадони знает слова? Присядь, не паникуй. А пример какой в этой песне? Ты нормальный человек? Ты что, не знаешь песню Wi-Fi? А, Wi-Fi! Нет, ты хочешь, а получишь... Получишь меня. Давай. Между нами. Ой, знаю. Не нужно хлопать глазами. Если хочешь, давай тебя на всех раздавай. Да не меняй. Ты не мужчина. А кто? А Wi-Fi. Ничего не словить. Ты сама-то знаешь слова за эти дни, а? Я тебя проверяю. Ты все знаешь о сексе, но не о любви. Я все знаю о Бузовой. Вот все знаю о Бузовой. Уважаемые журналисты, звоните мне в любое время. За бабки все расскажу. Не слушайте его, ничего он не знает вообще. На самом деле я хочу быть слабой. Вот такое вот признание. Хочется быть слабой и иметь рядом сильного мужчину. Ну что, мы начинаем наше шоу. Спаси свою любовь. Позвольте, пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Иди, беги. Мы тебя все ждем. Блин. Мы устали. Угу. Да. Да, и трескаем салатики. Да, а еще мы хотим спать. Угу. Но по отдельности пока. Мы еще не готовы для более серьезного. Я так хотела попасть на матч «Авангард» и «Акбарса», но, к сожалению, съемки и такие пробки, что мне остается только следить за счетом. Ястребы, что вы творите? Уже 2-0. Парни, просто я с вами. Держитесь. Это просто круто. Давайте. За вас болеют очень многие сейчас. Наконец-то нам удалось доехать до ресторана «Море мяса». Перед студией, и я хочу поднять бокал свежевыжатого сока апельсинового за «Авангард», который просто рвет. Акбарс. Я радуюсь, да, это заметно. 3-0 уже парни выигрывают. Это что-то невероятное. Вы заряжены на полную. Давайте, ястребы, вперед! Как я вам говорила, у нас сегодня ужин в «Море мяса». Заказали рыбку. Очень уютное местечко в центре Москвы. Очень много пока народу. Но, скорее всего, скоро сюда будет не попасть. Очень вкусно. Очень хорошие люди здесь работают. Такая атмосфера. Москва. Арабы.
приятного аппетита. Я не знаю, как так получилось, что я вдруг стала следить за хоккеем. 4-0. Авангард ведет. Кто не верил, а? Я что говорила? 4-0. Посмотрите, как это даже вкусно выглядит. Это у меня салат креветки авокадо, а это... Панаше из морепродуктов. Панаше из морепродуктов. Я даже таких слов не знаю. Панаше. Имбирный чай. Посмотрите, как красиво все подается. Вкуснятина. Как вы видите, закуски мы уже съели полностью. Хлеб это не мне. В общем, я рекомендую, мои хорошие, потрясающие рестораны. Я понимаю, что в туалете снимать неприлично, но тут даже туалеты такие красивые. Посмотрите. Зеркала. Это я уже наела себе живот. Здесь очень вкусно. А тем временем уже 5-0. Понимаете, что происходит? Я слежу, я смотрю. Машины, парни, авангард, что творите? Вы просто сейчас взяли, не знаю, какое слово брать. Красавчики. Вы что, издеваетесь? Я просто не успеваю записывать сторис. 6-0. Что вы творите вообще? Так вам не стыдно? Просто действующих чемпионов. Так выигрывать. Ну что, давайте еще шайбу напоследок. Как в прошлый раз. 7 счастливое число. Я такая довольная. Спасибо, Валечка, спасибо огромное. С тобой так приятно ходить в ресторан. Ну расскажи. Куда не придешь, везде угощают. Как пригласить в ресторан такую девушку? Боже, я идеально. Я понимаете, что я идеально? За мной даже идеально ухаживать. Меня пригласил Арам поужинать. А в итоге... Ресторан сказал подарок. Спасибо большое, Рекомясо. Блимаре! Спасибо большое, Рекомясо. У вас очень здорово. Я обязательно сюда приду еще. Море мясо, море. Море мясо. Ну реально вообще. Мы сидели несколько часов. А сейчас мы едем куда? Что за... Дед на улице, понимаете, что идет дождь? Мамочки, мамочки. Давайте либо снег, либо солнце. Дождь это отвратительно. А мы едем работать. Команда «Ух» работает до двух. Да, но сегодня мы переработали. Время полтретьего. Я спать хочу. Давай домой спать. Ты сегодня такой шедевр сделала. Можно я скажу?